Дэвис! Всем оставаться на местах, никому не двигаться. Ты с ума сошел? Дернешься, нас ждут большие неприятности, Коннор, замри. Коннор, делай, как он говорит. Паво! Не двигайся, Коннор! Паво! Нет, Паво! Черт! На помощь! Помогите! Нет! Помогите! Коннор! Коннор! Все в порядке. Джордж! 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 Джордж, успокойся, приятель. Спокойно. О, хорошо. Хорошо. Очень смешно. Это было смешно. Мы все под впечатлением, да? Да. Ты, я, мы смеялись над твоей шуткой, да? А новенький, он не смеется. Он плачет. Да. Ему не до смеха. Коннор, можешь вставать. Ты в этом уверен? На 100%. Вставай. И поменяй подгузник. Давай. Пошли. Он плачет. Все хорошо. Он не станет убивать меня? Да нет, успокойся. У него своеобразное чувство юмора. Я даже... Нет. Джордж не спасал Дэвиса. Меня не нужно было спасать. Нет, Джордж не спасал Дэвиса. Ты не спасал меня. Я и сам неплохо справлялся. Я в порядке. Ну все, хватит. Послушай, будь, пожалуйста, поласковее с Паво. Он еще маленький. Браконьеры убили его семью. Он теперь в твоей группе. Я хочу, чтобы ты его поприветствовал. Добро пожаловать, Паво. Джордж, у нас все путем? Давай. Класс. Я не могу. Ну, хватит. Не надо было тебя этому обучать. Прекрати. Ну, давай. Дай мне. Ну, хватит. Ты мне... Не делай этого. Прекрати. Ладно, послушай. Я хочу, чтобы ты защищал Паво. Семья.